Адмиралтейский район занял второе место в городе по итогам осеннего призыва 2016 года. Норма в 105 человек была выполнена полностью и в срок. Оповещение и вызов молодых людей на призывной пункт проводились через жилищные организации района, образовательные учреждения, по почте и телефону. Основной проблемой, с которой столкнулись представители военкомата, является то, что около 49% граждан не проживают по адресу, указанному в регистрации. Тем не менее, сознательность парней возрастает. Они сами приходят на медицинское обследование и даже выражают желание по поводу рода войск. Но есть и обратная сторона медали. Вносят смуту в ряды призывников так называемые правозащитники. Они пытаются разными способами отговорить молодых людей от прохождения службы. На данный момент прослеживается опять тенденция, что очень много они взяли на себя опять призывников, ведут, курируют, проводят агитацию в средствах массовой информации, не стесняясь, уже приходят опять на призывные пункты, пытаются провести там агитацию. Увеличивается количество, естественно, в связи с этим несогласие с решением медицинской комиссии, с решением призывной комиссии, как правило, безосновательно. Тем не менее, никаких судебных исков в Следственный комитет подано не было. Обжаловать решение призывной комиссии никто не захотел.